Великолепная цепь, обратите внимание, сегодня она у нас имеет потрясающе доступную цену, всего лишь 1490 рублей. Это не предложение, это подарок, это настоящая шок-цена. Итак, внимание, цепь Нона с алмазной гранью, с алмазной огранкой звеньев по цене 1490 рублей. На ней вы сегодня экономите 200 рублей, дополняйте свою корзиночку до 3900 рублей и экономьте на доставке. Тогда доставку вы получите бесплатно. Но посмотрите на эту роскошь. В эту цепочку очень многие наши телезрительницы сегодня уже влюбились. Действительно, небывалое предложение. Очень надеюсь на то, что вы среди их числа и тоже влюбитесь в эту цепь. Вы уже увидели, что у нас здесь карабинчик, самый надежный замочек, который используется для цепочек и браслетов. Вот она, нарядная, прекрасная, очень женственная. Это, между прочим, плетение, которое явилось альтернативой плетению ромба. Потому что женщины решили, что плетение ромба достаточно мужское, слишком мужское, но, в принципе, симпатичное. Поэтому и придумали нону. Она чем-то похожа на ромба, но сами звенья более вытянуты, более изящны. И девушки теперь носят это плетение с удовольствием. Кстати, посмотрите, наша модель Ксения демонстрирует сразу несколько вариантов длины этой цепочки. А у нас имеются варианты от 45 до 65 сантиметров. Вот такое предложение мы готовы вам сделать. Сейчас посмотрите на этот великолепный, я бы сказала, это шикарный блеск. Это действительно шик, блеск, красота, цепь Нона по цене 1490 рублей. Цепь с алмазной гранью. Если вы приобретете ее и спросите у кого-то из своих друзей, подруг или родственников, как ты думаешь, из чего эта цепочка? Я думаю, что человек удивится вашему вопросу и ответит, в смысле из чего? Конечно, золотая, это же очевидно. Очевидно, так оно и есть, это серебро, покрытое золотом. Вашим любимым красным золотом 585 пробы. Вы сейчас экономите 200 рублей на этой чудесной цепочке, цепочку, которую можете носить и с подвеской, и с другими цепочками, и в компании с такими же цепочками, но разного плетения. От 6,5 граммов вес у нас этой цепочки. А что касается ширины звена, давайте померим. Хочу, чтобы вы все увидели своими глазами. Порядка 4 миллиметров у нас ширина вот этой роскошной цепочки. Носите ее с подвеской, носите ее просто так, в дополнение к другим цепочкам. Вам и только вам решать. Главное, определяйтесь с длиной. И не забывайте, если вы хотите ее преподнести в качестве подарка, это великолепное решение, потому что с каждым изделием вы получаете паспорт. Смотрите, вот я сейчас демонстрирую вам цепочку весом почти 8,5 граммов, длина ее 60 сантиметров. Мы видим, что это серебро, и у нас здесь помечено позолочение, то есть у нас она покрыта золотом, красным, вашим любимым. Я уверена, в вашем гардеробе ювелирном огромное количество изделий из красного золота. И уж цепочка никогда не бывает лишней, но согласитесь, как это часто бывает? Хотите надеть подвесочку, а понимаете, что все цепочки заняты и приходится снимать, надевать, мерить. Понимаете, что эта подвеска на эту цепочку не помещается, что у вас ничего не сочетается. В итоге настроение портится, вы подвеску вообще не надеваете, и с плохим настроением уходите либо на работу, либо еще куда-нибудь. Но согласитесь, это не порядок, и это нужно изменять. Очень надеюсь, что у вас сейчас появилось желание побыстрее позвонить и заказать эту цепочку. Она сегодня стоит специально для вас всего лишь 1490 рублей.